Вас приветствует канал «Жизнь на курорте». Я хочу вам показать сегодня свою теплицу, что в ней растет и что будет зимой в ней расти. Эта теплица у меня в этом году экспериментальная. Посадила я огурцы гибрид. Хочу посмотреть, к Новому году смогу ли я собрать урожай огурчиков. Некоторые огурчики уже цветут. Рассада была высажена 1 сентября. Сегодня 22 сентября. Также в этой теплице у меня растет руккола. Растет петрушечка. Это весной была петрушка высажена. Уже мы ее режем. А там вот дальше посадила недавно. Она только вот взошла. Огурчики, правда, начали листики уже болеть. Потому что днем очень жарко. А ночью очень холодно. И такой перепад температур, конечно, для огурцов опасен. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Теплица в данный момент не отапливается. Сегодня солнечная погода. Температура 28 градусов тепла. Ночью будет где-то плюс 15. Некоторыми ночами было плюс 5. Но огурцы пока вот еще нормально выглядят. Также я высадила в горшок перец, который рос на улице. Я его просто пересадила в горшок. Добавила перегноя в этот горшок. Хочу посмотреть к Новому году, поспеет перчик или нет. И вообще, что с ним будет происходить в осенне-зимний период. Хотя вот один перец уже начал менять цвет. Так что, думаю, уже скоро поспеет. С этой стороны теплицы у меня также растут огурцы. Растет салат. Салат был высажен тоже 1 сентября. Сажала его рассадой. Между салатом есть у меня редис. И кое-где посеяла чуть-чуть укропа. Хочу посмотреть, что вообще из этого выйдет. И в конце теплицы у меня растет очень интересный фрукт или овощ. Это мамардика. Один плод уже созрел, и мы его съели. На нем сейчас висит много разных плодов. От крупного до мелкого. Скоро вот этот уже созреет, уже начал менять цвет. Интересный такой фрукт, экзотический. Как созреет, я вам покажу. Какой он интересный. Ну, спасибо за просмотр. До свидания. Кто досмотрел видео до конца, вам будет бонус. Я вам расскажу свой рецепт, как я буду сейчас обрабатывать огурчики от болезней. И заодно подкормлю растения. Но изначально я удалила все сильно пораженные листья на растениях и усики. Обработку нужно проводить в вечерние часы. На литр теплой воды добавляем 100 грамм сыворотки и 1 каплю йода. Хорошо перемешиваем и начинаем свою обработку. Растения нужно обрабатывать очень тщательно. Со всех сторон.